Бессрочную акцию протеста в Ровеньках объявили шахтеры-инвалиды и бывшие работники угольных предприятий. У местной мэрии горняки провели митинг. Поддержать их в Ровеньки также приехали братья по несчастью из Стаханова, Брянки, Первомайска и Красного Луча. Участники митинга потребовали выплатить долги по регрессам и обеспечить пенсионеров углем. Если требования не выполнят, пообещали устроить здесь в День шахтера более масштабную акцию. Тем временем в Ровеньковском госказначействе признались, выплаты по регрессам задерживает Киев. Тут казначейство вообще абсолютно ни при чем. Да, нам фонд приносит платежные документы для проплаты, но подкрепления нету. Ну, с чем это связано, я не могу сказать. Есть руководство вышестоящее. Самое вышестоящее руководство в Киеве. Мы вот проводим собрания, координационные советы, пишем резолюции на кабинет министра, там, на президента. И никаких ответов. Так, одни бумажки идут и все. Нас, короче, не слышат. Только когда акция протеста, нас тогда начинают видеть, нас начинают слышать.